В Югре растет площадь лесных пожаров. За сутки вспыхнул еще один очаг. Большинство районов округа снова накрыл смог. Сложная обстановка сейчас в Советском районе. На помощь лесным пожарным туда прибыл отряд из Свердловской области. Наш корреспондент Тимур Чешков с подробностями. За последние сутки в Югре появился еще один очаг горения. Действуют 24 лесных пожара. Дымка смога накрыла западные и центральные районы округа. Задымление наблюдается на территории Березовского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Задымление образовалось в результате проведения работ по тушению лесных пожаров путем отжига. Выросла и площадь, пройденная огнем. Уже 425 гектаров против вчерашних 300. Несмотря на рост этих значений, специалисты говорят, ситуация под контролем. Горят старые термоточки, где ранее огонь уже ликвидировали. Так, вблизи Нягани сегодня зафиксировали такое возгорание. На борьбу со стихией отправились 16 человек, в том числе 5 добровольцев. У нас всех пожаров хватило, и верховых, и низовых, и торфяных. Интенсивность была в связи с жарким летом. У нас 40 дней не было дождей, лес очень сухой, подстилка сухая. И возникают вот эти пожары от малейшей искры, от сухой грозы, ну и человеческий фактор. В Югре продолжает действовать запрет на посещение лесов и особый противопожарный режим. Средства и силы для тушения пламени находятся в повышенной готовности. По словам специалистов МЧС Югры, погода не способствует тушению пожаров. Высокая температура по западным районам округа, сильная ветровая нагрузка, порывы ветра. Но та группировка, которая сейчас у нас есть, и то усиление, которое мы планируем ввести уже в ближайшие часы, я думаю, что они позволит нам держать ситуацию под контролем, и мы сегодня не говорим об угрозе перехода лесных пожаров на населенный пункт. На усиление в Югру сегодня прибыли сотрудники авиалесоохраны из Свердловской области. Общее количество 30 человек. Они будут задействованы в тушении пожаров на территории Советского района. Тимур Чешков, Вести Югория, Ханты-Мансийск, Нягань, Советский район.